Где? В Брест. Не прекрати, ты же знаешь, что может случиться непоправимое. С нами все будет нормально. Нормально? А то, что у Тори все переломаны, серьезная травма головы, это нормально? Ты понимаешь, что ему вообще нельзя было хотеть из больницы? Он умереть может. У меня полностью нет лекарств. Я должна ей помочь. Я дал ей другие. Ты можешь оставить лекарства? Ты знаешь газировку? Знаешь, что и когда колоть? Я нет. Думаю, я не показываю. Послушай, я понимаю, что Борис твой парень, ты ее хочешь его защитить всеми способами, но не ценой жизни его брата. Это же просто глупо. Я не спалиться. Я просто хочу помочь. Так, к тому же я и собираюсь уходить от тебя, Борис. Что тебе сказать? Так, я зашью тебе лоб, а ты пока делаешь, ты можешь это помочь. А когда будешь шивать тебе лоб, ты все прекрасно обнимешь.